Посмотреть, как уничтожают старый автопром, министр промышленности приехал на иномарке. Выбранное предприятие одним из первых включилось в программу утилизации. Желающих избавиться от хлама и получить 50 тысяч рублей скидки на новый автомобиль все больше. По последним подсчетам, на этот пункт привезли 200 с лишним машин. В Саратове программа заработала 8 марта этого года. В первую неделю здесь не было ни одного автомобиля. Чуть больше, чем за месяц, образовалось вот такое своеобразное автомобильное кладбище. И причем представлены здесь в основном отечественные старушки. Первая модель, 03, шестерки, ну вот основной, ну, Волги, москвичи. То есть самые старые наши автомобили. Пока министр общался с прессой, на пункт утилизации приезжали новые клиенты. Тщательный осмотр, приговор и пара минут на прощание. Владимир Черненко признается, железного коня отдает со слезами. Сегодня пришел в гараж, немножко жалковато, жалко. Да вот если бы не этой программы было бы, я бы еще бы года 2-3 бы ездил бы на дачу. Работа утилизатором на неделю вперед. Сортировщики за день обрабатывают 4 машины. Под пресс попадает только металл. От начинки приходится, хоть и с трудом, но избавляться. Панели вот сильно, там, руль снимать. Ну, вот. В общем, все сложно. Но мы это самое не делаем, а вот ломаемся. Зато ломают с помощью современной техники. Владельцы пункта утилизации уверены, к концу срока действия программы затраты окупятся. По словам регионального министра, об этом же сейчас говорят и на АвтоВАЗе. Заводские склады, наконец, стали пустить. А за классикой опять выстраиваются очереди. Мы отмечаем, что АвтоВАЗ в целом по стране увеличил продажи. И многие, конечно, эксперты расценивают это как именно то, что программа утилизации заработала. Закончить обмен старых машин на скидки должны в ноябре. За этот год правительство рассчитывает заметно поправить дела АвтоВАЗа. А через 20 лет дороги снова нужно будет чистить от хлама. Но вот продолжит ли эксперимент с утилизацией, пока неизвестно. Нина Мышкина, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.